Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас очень интересный заказ Faberlic. Итак, поехали. Открываю, как всегда, вместе с вами. А чем заказик интересный, девчонки? Тем, что там есть купальник. Купальник из старой коллекции, но он мне очень понравился. И он слитный. Это первый мой слитный купальник. И мне очень интересно. Мы собираемся в отпуск. Потом расскажу вам, что, куда, зачем. И нужен был купальник. Именно совместный, потому что отдых будет активный. Так, и что у нас тут с вами? Вот так все упаковано, да? Сейчас будем все разбирать. Лишний раз убеждаюсь, что можно Faberlic приобрести все. К отпуску, к отдыху и так далее, да? Поэтому нужно было... Вот купить определенные товары, и все у нас с вами в Faberlic есть, да? Что это у нас с вами? Это у нас сумка бирюзовая, грубо говоря, такая походная для спорта, и не только для спорта, да? Я беру вот, чтобы сложить какие-то туда вещи, когда мы поедем, артикул 910-173. Информацию вам всю поближе показываю, размеры и так далее. Сейчас за кадром пошуршу, открою. Вот так она, собственно говоря, выглядит в сложенном виде. Да? Она больше бирюзовая, нежели голубая. Камера вам почему-то ее голубит. Вот такие ручки у нас с вами. Две молнии здесь. И вот она дно. Если мы ее расправим, она будет достаточно большая. Да? Большая. Я вас вот так повыше, чтобы показать вам масштабы сумки. Так, широкая достаточно. Вот ее ширина сбоку. И здесь у нас что-то должно... А, вот молния. То есть у нас отсек внизу, куда мы можем отдельно, но она вот больше предназначена для спорта, да, сложить с вами, допустим, обувь грязную, мокрое полотенце или еще что-то. Она есть такой вот, как клеенки, непромокайки. Отдел внизу, отсек достаточно большой. Давайте смотреть внутри. Вот одна ниточка торчит, но это не критично. Она приятная, она довольно плотная. Вот материал вам поближе показываю, как выглядит, да? Как сделана молния. Все. Так, открываем. У нас с вами два отсека, что тоже ценно. Пошатались мы чуть-чуть. И это клеенка. То есть это клеенка. Ну-ка, второй тоже клеенка. Нет, второй другой материал, но тоже, не знаю, будет он промокать, не будет. Но вот этот отдел, он у нас с вами не промокашка. То есть тоже сюда мы можем сложить. Это прям клеенка, довольно плотная, видите, да? Довольно плотно. Сюда мы можем мокрые вещи какие-то сложить, еще что-то. Кто ходит в бассейн, прям присмотритесь. Классно, красиво, стильно. И вот этот вот отдел, это вообще супер. А второй отдел у нас такой тоже вот камень, не знаю, как она правильно называется, как дождевик тоже, типа того. Она достаточно вместительная, глубокая такая, хорошенькая. Потому что мне все нравится. То есть если мы туда что-то много всего положим, да, вот она какая сбоку широкая, да? Много влезет. Я сюда вот планировала крестюшкины вещи собрать. Сложить бутылочки, памперсы, еду и так далее. Все по делам расфасовать. И как бы отличненько. Ее можно легко свернуть потом. Она такая компактненькая у нас с вами будет. Да? Вот так. Хоп. Сумочка компактная. Я довольна. Очень довольна. Заказала три пачки салфеток, тоже с собой положу, они всегда нужны, 50 штук здесь у нас с вами в упаковке, гипоаллергенные, прекрасно снимают даже легкое покраснение на коже, потому что они здесь с календулой, витамином Е и пантенолом, в общем, они мне нравятся, с удовольствием ими пользуюсь, артикул 1798, давайте открою вам, покажу одну, вот такие, они очень мягенькие. Они хорошо тянутся, они хорошо пропитаны. Вот такая вот ткань. Но она не рвется. То есть вот я с силой тяну ее, да, она не рвется, они не хлипкие такие. Как бы все классно, все супер. Салфетки берем постоянно. Дальше, девчонки, взяла Ксюшки. Я давно смотрела на эти очки, но мне больше нравились розовые. И вот сейчас в распродаже взяла. Смотрите, какой красивый футляр оформления. Вы идете кому-то на день рождения, на детское, как дополнение к подарку, вообще супер. Артикул 53-938. Всю информацию об очках вам тоже показываю поближе. Да, кому интересно. Давайте открывать. Открывать, открывать. Думала, придется рвать. Красивый такой футлярчик. И в распродаже остались только вот эти. На момент начала ее действия были и розовые. Девчонки, знаю, заказывали. Смотрите, какой красивый.
да, прозрачные такие цветочки. Он из такого материала плотненького сделан. О, а здесь даже пластик такой прозрачный. В общем, сумочка, даже как пенал в школу. Что-то положить туда очень симпатично. И вот такие очечки. Ксюшка примерит, обязательно сделаю вставочку в конце вместе с купальником. Самое вкусное, да, на конец. Так, смотрим, какие очечки. Камера нам не дает их рассмотреть как следует. В общем, они классные, они зеркальные. Как вы поняли, уже с желтым отливом. Здесь у нас такие цветочки красивые. Дужки. Вот, как выполнены. То есть здесь такой не мягкий, но тем не менее пластик гладенький. Все отлично в этом плане. Вот изнутри, как они выглядят. Достаточно добротная такая основа. Не скажу, что хлипкая, такая добротная. Добротно. Вот так вот они зеркалят, девчонки. Сейчас попробую, интересно, одену, какая у них светозащита. На себя напялю. Слушай, приличная, мне прям темно в них стало. Приличная светозащита, классная, суперски красивые. В конце обязательно Ксюша нам их померяет. Я делала заказ, когда товаром дня были прокладки. Вообще Фаберлик радует. И порошок, и пятновыводитель, отбеливатель, прокладки. Пока товары дня вообще очень радуют. Цены вкусные, невозможно. Я взяла 4 штуки ночных всего лишь, девчонки. Некоторые, знаю, по 10, по 20 брали пачек. А здесь в упаковке 7 штук, артикул 112.95. Они меня полностью устраивают. Они с анионовым чипом. Там есть турмалин. И у меня, и девочки многие отмечали, со мной соглашались, меньше с ними болит живот во время критических дней. Я вам покажу одну, давно вам не показывала. Может быть, кто-то не знает, что они из себя представляют, да? Они безумно круто впитывают. Я не могу их сравнить даже с Always, да, хотя раньше их любила. Нет, эти прокладки впитывают лучше. Здесь удобные карманчики, удобно брать с собой. Удобно потом использованную в этот же чехольчик запаковывать, да? Смотрите, как они выглядят. Вот он, анионовый чип, да? У нас здесь крылышки вот такие. И крылышки в самом конце достаточно широкие. Вот такие. То есть защита от протеканий ночью вам просто гарантирована. Они действительно очень много впитывают. Был тест, мы их сравнивали с другими прокладками на количество впитываемости, да, воду наливали. И эти прокладки действительно крутые, девчонки. Кто не пробовал, прям рекомендую. Цены бывают наивкуснейшие. Так, поехали дальше. Дальше взяла из новой линейки SPF для деток. Да, потому что едем на природу, едем, могут детки обгореть, и нужно, конечно, мазать. У меня Ксюшка обгорает, Крестюшка пока нет, хотя на солнце гуляем долго. SPF 30-ку взяла, думаю, этого будет достаточно. И, кстати, такой тюбик, он дорогой, с моей даже скидки 402 рубля, сейчас как-то прям очень дорого вышло. Но хочу сказать, детские SPF, они стоят гораздо дороже, в масс-маркетах стоили, а сейчас, наверное, вообще бешеных денег. 27,81, я вам сказала, да, артикул. SPF-ки жирноватые у Фаберлик. Но они на то SPF. Не жирнят кожу, не маслянятся, так что ли, как это объяснить. Очень дорогие средства, порядка 2000 и выше, да. Поэтому я все-таки отдаю предпочтение Фаберлик. А с лица я вам уже рассказывала лайфхак, как снимать солнцезащитное средство салфетками нашими. Салфетками, а, господи, девчонки, все, вечер, в голове все перемешалось. В общем, вы меня поняли. Плотный, очень плотный. Я не знаю, чем отличается детский от взрослого. Надеюсь, что более безопасным составом при распределении на коже, в принципе, ведет себя нормально. Слушайте, очень даже нормально. Не скажу, что прям жирнит. Быстро очень впитывается. И липкости не оставляет. Это тоже важно. Так, поехали дальше. А дальше у нас с вами Дейзики. Заказала мужу себе, мужу Ланселот, потому что очень мало у нас мужских антиперспирантов именно в спреях. Он больше любит формат спрея у меня. Их прям у нас единицы, наверное, два, мне кажется, или даже один Ланселот только. 0,5-0,7 артикул, а запах этой линейки классный, поэтому почему бы и да. Себе взяла тоже вариант спрея, хотя говорила вам, что он удушливый, но на мне он работает лучше всего. И сейчас, когда жара, не очень удобно пользоваться шариковыми, потому что пока они высохнут, простите меня, в подмышечной впадине, проходит время. Иногда надо спшикнуться и погнала. Да? Здесь много алюминия в составе. Кто любит экопродукты, это мимо. 26,79 артикул. Очень ярко выраженная одушка, безумно ярко. И она удушливая, как у Дейзиков Деоника. Кто пробовал? Вот.
То есть выходит прям такое облако, от которого начинаешь задыхаться. Поэтому с ними аккуратнее, так как он работает хорошо. И на отдыхе это самый удобный вариант. Поэтому взяла его. Кому интересен состав этого дейзика, конечно, я вам поближе покажу. Можете нажать на паузу и почитать. Видите, алюминиум что-то там на третьем месте уже. Так, поехали дальше. Что у нас с вами дальше? Дальше я взяла еще одну карбокситерапию, девчонки. Она опять была в распродаже по 81 рублю. Но это смешные деньги, на самом деле, для этой крутой системы. Я делаю через день. Сейчас я вижу очень крутой результат даже в отношении пигментных пятен. Через день, вот именно через день я делаю стабильно. Либо утро, либо вечер. Но больше мне нравится, когда делаю вечером. Эффекта на утро кожа вообще крутая. 0,2,94. Артикул. Здесь первые два шага. Девочки в комментариях спрашивали, если нет третьего шага, что делать. После этих двух шагов рекомендуется увлажнение. Будет ли это увлажняющая маска или увлажняющая сыворотка, тоник, спрей. Ну, как бы все вкупе, да. Либо масочка, потом тонизирование, ночной кремушек. Да, лучше на ночь ее делать. В любом случае увлажнение. Мы не оставляем кожу просто так после второго шага, да, если у вас нету третьего маски. Поэтому, да, кожа выглядит упругой, подтянутой, очищенной. Пигментные пятна действительно светлеют, я заметила, именно при такой частоте использования через день. То есть, когда я раньше использовала раз в неделю, я такого эффекта не наблюдала. Но так как сейчас у меня 4 упаковки, и я буду делать через день, наверное, все лето, эффект классный, супер. Даже ни к чему другому уходовому вот сейчас рука прям не тянется. Так, что взяла еще? Взяла свой любимый винотоник, потому что люблю и обожаю. Артикул 1733. Легонечко охлаждает ножки, снимает усталость. Ножки потом поднимаю кверху, полежу и все. И можно дальше бежать, и чувствуешь себя прям классно, обалденно. И здесь что-то типа ментольчика. Информация, кому интересно, показываю. Есть в составе. Поэтому есть легкий охлаждающий эффект. И усталость действительно в конце дня снимает. Потому что сейчас мы ходим. Я нахаживаю, девчонки, сколько? По 15 тысяч шагов сейчас в день, да, и ноги вообще у меня к концу вечера просто отваливаются, просто. Ладно, да, в продаже были конфетки за копейки, что-то тоже небольшим рублей, упаковочка, но это на самом деле цена смешная для таких конфет, это детские шоколадочки, такие зверушки. Мы сейчас с вами откроем, потому что Ксюша увидит, все равно попросит открыть, я вам покажу. Так, артикул у нас с вами 160-95, срок годности 12 месяцев, до 11 месяца 22 года, то есть все нормально, несмотря на то, что в распродаже, да? Давайте состав вам покажу еще. Вот он состав, подсластитель у нас здесь сами, они без сахара, насколько я знаю, да. Вот информацию, все подробно. Так, и сейчас вскроем. Шоколад очень вкусный, так же, как вот и взрослый шоколад, такой в коричневой упаковке, в коробке, да. Мне шоколадки просто Фаберлик не нравятся, они как пластилин. А вот шоколад детский и в коробке, шоколад взрослый вот этот, где темный у нас и молочный шоколад, он тоже без сахара, они безумно вкусные. Девочки, вот кто пробовал, по моим отзывам, они прям все соглашались. Он прям очень-очень вкусный, нежненький такой, классный. И не как пластилин, да. Вот так открывается коробочка, можно взять на подарочек. Смотрите, как красиво. Да, здесь есть такие пожелания, грубо говоря, и 8 вот таких конфеточек. Вот они, да, различные формы. Они достаточно большие, деткам взять, покушать. Спрашивали, с какого возраста можно. Я кусочек, вот даже крестюшки бы дала в годик. Небольшой кусочек можно, ничего в этом страшного не вижу. Так, дальше, мои хорошие, самое интересное, это купальник. Это Флоранж купальник Терра, по-моему, если мне не изменяет память. Он называется, так, показываю вам этикетку, потом распакуем. Да, он называется Terra, артикул 503-609 в размере XL. Я себе взяла, да, я боюсь, вот, что будет больше мерить. Мне кажется, надо было брать Эльку, но сейчас посмотрим, потому что здесь чашечки, у меня маленькая грудь, и на мой размер я вам обязательно замерюсь завтра, и видео, конечно, сделаю вставочку, подпишу свои параметры, чтобы вы понимали. Но сам купальник очень красивый, он оригинальный, он на самом деле оригинальный, такой вот нигде больше не увидишь. Из новой коллекции они какие-то все банальные. Так, информацию вам все показала, сейчас будем открывать. Вот такая бумага. Интересно. Так, вторая вывалилась? Нет, вот вторая. Так. Ну, чашечка, конечно, на мою грудь будет большевата. Надеюсь, сейчас, когда наденем, будет нормально, потому что у меня двоечка грудь. Объемы я вам все напишу. Мне нравится дизайн. Очень красиво сделано. Вот этот беж с синим. Здорово. На самом деле. И вот эти вот синие вставочки, которые идут вниз, они прям должны стройнить. Я вам, конечно, в купальнике целиком не предстану, но вверх, может быть, покажу. Если не покажу, то сейчас померю и все скажу. Этикетка Флоранж. Вот здесь такая золотая штучка у нас с вами есть. Буковка F на ней изображена, да? Вот такая вот. Так, дальше что? Бретели. Бретели вот такие, не тонкие, не широкие, средней толщины. И цвет синий такой приглушенный, спокойный, мне очень нравится. На самом деле это расцветка. Бретели регулируемые, как у лифа, да?
регулируется как захочешь. Я сразу, наверное, подрегулирую посильнее, потому что обычно так и бывает у меня и с купальниками, и с бельем. Здесь есть косточка внутри, то есть хорошая поддержка груди будет даже большой. А если в обычных купальниках, по-моему, из новой коллекции нет косточки, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, то вот девочка, у которой грудь большая, у которой грудь уже откормила ни одного ребенка, да, ну, смотрится некрасиво, да. Так, вот такая вот у нас спинка с вами сзади, как бы шовчики. Здесь резиночка вверху, как бы, ну, не резиночка, но сделана под резиночку, вот такой вот шов интересный, да, все хорошо очень тянется, да. Так, а низ у нас с вами есть, а вот сам дизайн купальника, да, я сейчас подниму камеру повыше, вам поподробнее, да, то есть как выполнен купальник сам. На талии у нас с вами полосочка, и вот здесь вот две полосочки, да, под каждой грудью пришиты, они такие мягкие, приятные на ощупь, как бы все здорово. Сзади у нас ничего такого нет, то есть зад у нас обычный, да. Вот так выполнен низ. Ничего здесь особенного нету. Строчка, все идеально, придраться не к чему. Наклеечка есть, пока не буду снимать, сейчас померяю. Но надеюсь, мне все подойдет и не будет возврата. Я все время вот боюсь бюстгальтерами в таких вещах. Надо было все-таки, наверное, брать размер меньше. В общем, вот так он выглядит, девчонки. Кто брал, пишите, как вам, потому что это все-таки старая коллекция, не новая, но он мне очень понравился. Он смотрится красиво. Так, я погнала мерить. Вы слушайте, нет, девочки, мои опасения не оправдались. Все здесь отличненько, все здесь супер. Я прям очень рада. Поддержка у груди хорошая. Ну, можно было, конечно, на пол размерчика там поменьше. Но в целом все очень хорошо. Бретелька перевернулась. В целом все очень хорошо и красиво. Мне очень понравилось то, что внизу, в зоне трусиков, да, ничего лишнего как бы не видно. Все отлично, все замечательно. По размеру сел хорошо. Не могу сказать, что прям в натяжку. Не могу сказать, что прям свободно. В принципе, нормально. То есть вот мой размер, грубо говоря. И в груди все тоже очень красиво. Немножко, вот чуть поменьше хотелось бы чашечку, но я ожидала, что она прям будет огромная. Нет. И сбоку вот поддержка, как бы, ну, все отлично. В плане чашечки все очень хорошо, все замечательно. Чуть-чуть поменьше, ну, ладно, ничего. Ничего не вывалится за счет того, что он так скроен красиво. И внизу очень хорошие трусики, хорошо сделано все внизу. Они как бы не узкие, не широкие, все нормально. И понравился еще утягивающий эффект в районе животика. Хорошо так подсобирает животик, поэтому все очень достойно. Купальником я довольна безумно, поэтому смело могу рекомендовать его к покупке. Смотрится очень красиво. Девушка в очках. Нормально, в принципе, чехол все понравился. Отличненько. Чехол понравился больше всего. По размеру тоже вот на возраст 9 лет. Как бы все отлично. Лодочка. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду помогать вам, будем общаться. Для новичков до сих пор действует акция 500 рублей в подарок. Всех люблю, целую, всем пока-пока.